ВСУ активно продвигаются на восточном направлении. 1 октября оперативное командование «Восток» отрапортовало о деоккупации Лимана Донецкой области. А 3 октября спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый подтвердил освобождение Торецкого. Этот населенный пункт расположен рядом с Лиманом по дороге на Кременную, которая открывает украинской армии коридор в Луганскую область, на Сватово и Рубежное. Продвигаются украинские бойцы и на Харьковщине. В сети появилась информация о деоккупации Боровой и Шейковки. До выхода на границу Луганской области совсем близко. Тем временем в российских пабликах появилась информация, что украинской армии удалось пересечь админ-границу так называемой ЛНР и закрепиться в направлении населенного пункта Лисичанск. Официальных комментариев украинской стороны пока нет. Хорошие новости и на южном направлении. Президент Зеленский подтвердил освобождение населенных пунктов Архангельская и Миролюбовка в Херсонской области. В целом в области деоккупированы 53 населенных пункта. Это официальные цифры. Реальные могут быть больше. В сети появились сообщения о том, что украинский флаг уже в селе Михайловка. Если это подтвердится официально, то дальше украинские войска продвинутся в сторону Новоалександровки. Сухопутные войска ВСУ представили интерактивную карту, как изменилась ситуация на фронте за сентябрь. Здесь хорошо видно темпы освобождения, в частности, Изюма и Купянска Харьковской области, а также Лимана Донецкой области. Ранее президент Зеленский заявлял, ВСУ за сентябрь освободили около 9 тысяч квадратных километров нашей территории. Американский институт изучения войны, анализируя провал армейцев РФ на севере Донеччины, пришел к выводу. Путин лично брал участие в командовании российскими войсками на Лиманском направлении. И, похоже, у россиян скоро будет возникать все больше и больше вопросов к своему руководству. Риторика Росс-СМИ в корне изменилась. Пропагандисты все чаще критикуют военное руководство РФ и жалуются на отсутствие прозрачности относительно хода войны. Подпишись на «Система.Инфо», поставь лайк и отреагируй комментарием. Мы ценим обратную связь.